Всем привет! Меня зовут Настя. Я очень люблю рисовать, создавать дизайнерскую одежду и придумывать необычные комиксы. Я представляю вам свою работу «Рогалик». Если вы спросите, откуда же я беру вдохновение, то отовсюду. Я люблю природу, зеленую траву, реки, озера, моря. И также люблю людей. Их интересные лица и никогда не повторяющиеся. История этой работы интересная. Я нарисовала ее в подарок для своего брата. Если вы подумали, что я досконально создаю эскизы, обрабатываю их и только потом начинаю рисовать на холсте, вы ошибаетесь. Я рисую свои работы на эмоциях. Я считаю, что если работа нарисована на эмоциях, то эмоция передается, и она запоминается. Я люблю детали. Обожаю детали, всякое такое, что необычно и необыкновенно, и редко попадается в глаза. Например, ногти. Посмотрите на ногти этого крутыша. Они просто необыкновенные. И также реснички. Они не сразу попадутся, но вы их все равно заметите, и они вам понравятся. Я очень была рада познакомиться.